Скажи, сколько мне еще ждать? Пока ты вспомнишь себя. Почему ты не смотришь по сторонам? Почему люди не смотрят друг на друга? Они замкнулись в себе и привыкли так жить. И они считают, что это нормально. Если бы мы просто открыли глаза и перестали думать лишь о себе, мы бы увидели друг друга как самих себя, понимаешь? Увидели бы их тревогу, увидели бы их радость, но стало бы так легко! Ева! Ева! Ну что, поиграем во взрослых дядю и тетю? Будем говорить навороченные слова. Надо решать. Это бескомпромиссный конфликт. Необходимо срочно принять ультиматум. Ульти, мульти, пульти! Ну, почему ты не играешь? А, тебе же некогда. Ты же все зарабатываешь на жизнь, надо выживать! Тебя же интересует только общественное мнение! Нет? Шах и мат! Делай, как я! А когда ты последний раз радовался жизни просто? Как? Оп! Ребенок! Почему жизнь кажется такой однообразной, скучной, а порой вообще не замечаешь, как она проносится? Небо, чего ты хочешь? А ты чего хочешь? Я скоро умру. Что-то еще осталось? Серьезная проблема. Пафосное выражение лица? Да кому нужны ваши напыщенные физиономии? Сколько можно ходить по головам? Мы ведем себя как бессердечные твари. Оглянитесь вокруг. Где? Где искренние лица, а? Куда вы все попрятались? Да что ж вы все под зонтами? От снега же вы не укрываетесь! От людей тоже не нужно прятаться. Да покажитесь вы все! Неужели так трудно найти себе друга? Убери чертов зонт! Ну что, не надоело все время прятаться? Прятаться от всего, прятаться от себя. Давай, покажи себя! Страшно? Ha ha ha.